Окей, напоминаю. Что мы делаем сейчас? Мы сейчас открываем UME. У нас два варианта. Либо мы открываем UME сразу же и идем открывать оружейку, либо же мы UME открываем не сразу и тогда останавливаемся на ней. Вот. По истории моей, у меня как бы Кадзуха вот он на 12-м роли, то есть у меня 10 прокручено только. Поэтому... А, ну да, в инвентаре нет места. В инвентаре нет свободного места. Это я помню. В который раз я обещаю себе почистить артефакты. Когда-нибудь я их почищу. Так. Ну, что ж. Вздрогнем. Я достал карася не на стриме. Я доставал его вместе с Аксом. Но Акс не выпустил видос. Поэтому, к сожалению, получилось так. О, Сая. Найс. Сразу же Саечка. Во всем виноват гребаный пинг. Это прекрасно. Поехали дальше. Там не оружие чистить, там артефакты надо чистить. У меня лимит артефактов. Саечку хочу как... В принципе, я готов всех выбивать. Мне и Дионка нужна, мне и Синьянька, в принципе, будет неплохо. Ну, как неплохо, то есть тупо DC6. То есть в этом плане... Окей. Окей. Ну как бы... Ну как бы. Ну как бы. Ну нам нужна Саю. Нам C1 Саю нужна хотя бы. Ну это чертовски быстро. Это... Шаоми, спасибо большое. Это слишком быстро. Это прям... Я попросил, он уже удалил запись, поэтому, к сожалению, не получится. Так, Фавоний. Дайте мне Саю. Игра, пожалуйста. Дайте Саю. Как бы, Сая бесполезна без C1. Окей, Синька. Да, пойдем сигнатурку покрутим. Потому что, в принципе... Окей. Сигнатурку. Путь на громовой. Я ни разу оружейку не вкрутил. Ни разу. Мы до одной леги крутим. То есть я не хочу упарываться в оружейку. Хорошо. То есть, если выпадет меч, то окей. Я как бы буду грустить, но не настолько. Окей. Мемуары. Мимо. Синцу, но... А, вот, Синцу у меня, кстати, C6 будет. Так. 20-60 роллов? Нет, нельзя. Да, вот я о том же. Оружейка — это сильное высасывание. Сахар, окей. Ну, пожалуйста, давай, игра. Спасибо большое за дождереза, конечно. Так, игра.
Мы с тобой совершенно по-другому общались. А мне похуй. А мне похуй. А мне просто похуй. Сколько у нас примусов было? Мы 20к, по-моему, да, потратили? 20к примагемов, да, потратили? И большую часть, причем, слили в оружейку. Так, у нас С1 Сая. Будем ли мы ее в С2 выбивать? В принципе, я вряд ли ее... Я вот честно не знаю, вот стоит ли потратиться на нее. Это очередной аниме персонаж. Не приходи обратно, похотливая сова. То есть я понимаю, чтобы типа она могла более-менее нормально себя чувствовать, то ее вообще в С6 надо загонять. По-хорошему. Не-не-не, я скипну. Не. То есть ее реально, то есть ее по-хорошему нужно в С6 брать. И тогда типа она, возможно, будет типа хороша. А так как бы да, это не стоит выделки. И поэтому, как бы, не стоит это того. Ну вот. Я лучше ее покоплю, потому что, блин, мы сейчас очень много потратили, нам надо балл выбивать, нам надо коками выбивать. И поэтому без нее нам определенно будет плохо. Так, что нам, Дионка выпала немножечко, да? Одно созвездие. Грустно, конечно, то, что не два. Здесь нам выпало 2. И нам... А, вот, С6 у нас Синцу. Вот это классно, С6. У нас С6 Сахароза. Это прекрасно. Я считаю то, что... Привет, Роман. Я считаю это достойно. По крайней мере, лайк, подписки, там все то 5-10, да? Итак, давайте подведем небольшие итоги. Во-первых, всем большое спасибо, что были на стриме. Всех в очередной раз скажу то, что люблю. Обожаю. Вы действительно самые лучшие. И не верьте другим, которые говорят обратное.